Так, 4 разы на тыдзень Віктор трэніруецца ў спартыўнай залі. За гэтай працы ён праводзіць 2 гадзіны, выконвае розныя практыкаванні. У асноўным для рук. Зараз Віктору 33 гады і 18 з іх ён сур'ёзна займаецца армрэслінгам. Вынік – больш за 50 медалёў з самых прэстыжных спаборніцтваў. Дарэчы, адразу бацькі былі супраць таго, каб Віці займаўся спортам, за стану здароўя. Ён перанёс шмат аперацій на назе, ды ўрачы не падтрымлівалі, прагназавалі, што хлопчык не зможа самастойна рухацца. Але гэта не спыніла будучага чэмпіёна. Ён паставіў мэту і паабяцаў дабіцца. Врачы кажуць, ну, может быть, когда-нибудь ты сможешь поднять 40 кг, ну, как бы не надейся, что там станешь спортсменом, ну, надо быть реалистом, то есть уже хотя бы просто самостоятельно передвигаться. А сейчас получается, у меня гантель больше 50 кг, я на одну руку поднимаю. Первый чемпионат у жыцці Виктора прошел у Польши, на яким тагачасны школьник узял бронзовый медаль. Однако 16-годового хлопчука гэта зусім не уразило, был расчараваны выніком, ехал только за золотом. Сейчас я прекрасно понимаю, осознаю, что действительно это был на самом деле успех, бронзовая медаль. Но тогда я был так страшно расстроен, что просто. Но с другой стороны, после этого на следующий год я в 2 года подряд выигрывал юниорский чемпионат мира. А ўсё таму, што без паражэнняў не бывае перамог, лічыць чэмпіён. Супернікі заўсёды былі годнымі і моцнымі. Сёлета ў яго яшчэ плюс 2 серэбраных медалі, якія ён узяў у вагавой катэгорыі да 80 кілаграмаў на правую і левую рукі. Яго галоўны супернік з Расіі, і тое, што золата не ў Віктара, надало натхнення. У наступным годзе толькі першае месца настройваецца спартсмен, а самая галоўная мэта Віктара – стаць 20-разовым чэмпіёнам свету. Сам выбрал тот путь, по которому я иду, не навязанный кем-то, а вот то, что действительно мне нравится, то, что я люблю. Зараз Виктор Брачэня працуе фитнес-тренером, а так само тренируя у армрестлингу. Очень рад, что в нашем зале появилась такая возможность позаниматься армрестлингом. Преподает заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, многократный чемпион мира. Это, скажем, очень сильно мотивирует к занятиям. И занятие очень интересное, продуктивное. Чувствуется, что профессионал своего дела работает с тобой и, как говорится, прогрессируешь с каждой тренировкой. Інвалідаў спартсмен трэніруе бясплатна. Дарэчы, Віктор Брачэня – адзіны спартсмен за ўсю гісторыю беларускага спорту, які станавіўся чэмпіёнам свету сярод паралімпійцаў і здаровых спартсменаў. Ганна Буйкевіч, Тыграна Капян, Тэлерадыёкампанія, Брэст.